71-летняя певица София Ротару впервые после новостей о серьезном заболевании появилась на людях. Ранее СМИ сообщали, что звезда болеет туберкулезом и вынуждена проходить курс химиотерапии. Легендарная исполнительница появилась в компании своих внуков, Анатолия и Сони Евдокименко. Фото были сделаны во время празднования дня рождения Анатолия. Недавно парню исполнилось 25 лет. Отметим диагноз туберкулез, о котором сообщали в сети, Ротару якобы поставили не впервые. Много лет назад, когда певице было 27, она уже переносила серьезную болезнь. Тогда ей удалось вылечить заболевание. Напомним, что летом 2018 года София Ротару попала в больницу, ей стало плохо прямо во время концерта в Уфе. Сообщалось, что артистка упала в обморок, потому что у нее произошел резкий скачок давления. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей.